Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня опять немочка. Я вчера еще немножко фармил таланты, в итоге я слил все коробки. А кристаллики получили. Блин, ну я хочу эмблему. С одной стороны, нам надо камешки. Мы заберем камни. Так, вчера открылся, кстати, фонтанчик здесь. Обычный, простой. Предыдущий фонтан был классный. Там можно было собирать осколки Мэри. Так, сейчас мы с вами. Нам надо где-то 1350 самов. О, хватайка открылась, офигеть. Ну, хватайка не такая, как на других серваках, к сожалению. И без токенов у меня сегодня. Ну, ладно. Так, давайте посмотрим все акции, которые у нас есть. Может, что-то интересное. Снеговики. Уже лето почти. Да, у них все снеговики. В общем, что я планирую сейчас сделать? Сейчас хочу прокачать немножко лисицу. Так, тут мы были, поехали сюда. И запустить, посмотреть в этом, в Запределье. Ой, отлично, вообще, вообще огонь. Видите, я вчера все слил. В итоге у меня больше коробок нет. Это, в принципе, не проблема. Так. Сколько нам там надо еще? 475. Еще 25 сменок сделать, и я получу дополнительно 1020 самое. У меня 400 уже есть. Так, забираем плюшки. Ну, такое себе. И потом будем копить на, уже после того, как я лисицу прокачаю, буду копить на другие эволюции. У героев у меня для эволюции много, ковяшки у нас, в принципе, есть. Такс, самики открыли. Сейчас пооткрываю это все, чтобы место не занимало. Запашки будем пока хранить. Так, поехали, доролим. Где там наш лис? Я вчера ему все-таки огненку вытащил, много героев переролил. Мне, конечно, бы ремку. У меня ремки на него нету, это очень печально. Че себе, пятый гнев даже выпал. Так, отлично, все есть. Забираем 1020 самов. Дальше, как видите, за 1000 мы 1650 получим. Но это уже будет, скажем так, не очень скоро. Потому что у меня коробок столько нету, сменок тоже здесь столько нету. Ну, постепенно, думаю, за полгодика мы дойдем. Все зависит от того, как будут давать сундуки. Так, отлично. Забрали. Поехали, ребят. Поехали качать нашу еще одну имбу. Фрайку я вот докачал, такой вот, пока она у меня в сборке для теста. Так, что у нас по камешкам? Камешки у нас есть, отлично. Поехали на нашего лисицу. Я сейчас быстренько сделаю эволюцию. Прокачку. Так, давайте качаем талантик. Даже вот так сделаем, сделаем так. И три, сэкономим немножко на слизнях. Так, есть. Тут есть. Поехали, качаем лавл. У меня до сих пор на этом аккаунте нету эмблемы ремочки. Таланты даже вчера повытаскивал на некоторых героев, но самой этой нету. Это очень печально, но ничего не сделаешь. Второй вариант, если выпадет ремка, я сюда на лисицу поставлю, попробую поставить тоже ремочку талантом пока временно.
И оживы тоже, кстати, нету. Это тоже печально. Но ничего не поделаешь. В общем, я планирую лисице тоже вкачать прорыв хотя бы до 20-го. Я фрейв в потолок в 30-й вкачивать не буду, потому что надо и лисица более-менее прокачанная. Так, 451 самик есть. Давайте здесь... Не хватает нам камешков. Докупим. 600 кулаков. Отлично. Так, девятку вкачал. Пятнашки у нас есть. Отлично. Камешек купили. Сделали. Давай делаем аугментацию. Ну, у меня, не знаю, у меня книг, наверное, не хватит сейчас на прорыв. Буду акции бегать в эти, как его, карты богатства и прочее пробовать. Ну и, конечно, надо ждать сундуки. Может, еще будут паки с сундуками, надо забрать пак с сундуками. Может, нам повезет. Так, с уклонения жизнь. Но если брать уклонение, то лучше, конечно же, пятое, крит жизни, то сейчас все карты потрачу, нифига не вытащу. Так, точность и дамаг. Ну, в принципе, неплохо. Давайте за 150 еще вот так вот сделаем. Пока оставлю. Пока я не буду за оконом гнаться, потому что, ну, все равно карт может и не хватить. А есть еще куча героев для аугментации, и для них тоже надо четверки, пятерки повытаскивать. Пока на моей силе это не критично. Так, поехали дальше. И сейчас пойдем даже таким вариантом, попробуем, посмотрим. У меня сила поднялась фактически на 15к где-то по сравнению с позавчерашним днем. Соответственно, я думаю, у меня сейчас будут тупо, как на сардельке, вторые эволюции появляться. И мне, скорее всего, придется еще и землеройку качать для молчанки. Землеройка у меня ремочная. И тоже можно будет сделать эволюцию. И будет уже немножко попроще. Фрейя у меня есть. Так, есть, да, у нас сделали мы. Давайте тут, ну тут, в принципе, без разницы как, можно даже так делаем. Так, тут у меня не хватает, сейчас мы немножко подфармим. Слизней все меньше, но мне таланты, в принципе, здесь никому качать уже не надо. Такс, есть. Вторая эволюция есть. Дальше надо будет попрокачивать сотые просветы на героях и ждать опять же книги. Потому что книг дофигища надо. Возможно, сейчас я не буду даже прорыв качать особо. Сделаю лучшую эволюцию тому же самому землеройке, ворожею. Так как эти герои мне нужны будут больше всего. Так, запашки у нас закончились. Видите, книг реально не хватает. Так, лис у нас вышел. Ой-ой-ой. Хорошо, что у меня самого нету, я по спешке не нажал, как обычно. Так, отлично, 200-й есть, все готово. У меня тут, блин, наверное, такие, которые сюда будут подходить, просто нет. Это 91-й, ну, вот есть мелкие какие-то, тут даже 71-й надо. Ладно, это не столь важно. Так, что у нас еще, что мы еще забрали? Питомца ставим. Ставим сюда питомца. И сейчас надо еще чарочку нам подобрать. А недомогания смысла нету. Самый лучший вариант, чтобы подольше стояло, это священный суд для этого героя. Недомогания, в принципе, не надо. Если я буду брать в пачке, даже такой вариант тоже неплохой будет. У меня сейчас ворожая просто не будет для отхила, поэтому у меня это чисто на дефный вариант.
Священный суд сработает, если я докачаю урожай нормально, я тоже буду его брать сюда в пачку. Скорее всего, меня будут на третьем этаже выносить, но отхил у меня будет получше. Но для этого надо качнуть немножко прорыв. Поэтому сейчас попробуем что-то вытащить. Я думаю, вряд ли мы вытащим. Короче, не будем заморачиваться, поехали. Ставим питомца и пробуем. В три героя посмотрим, что у нас с этого получится. А что по пату я сюда поставлю? Поставлю вот такой вот вариант. Для того, чтобы обездвиживать героев. Так, у нас еще здесь есть варик прокачать. Давайте тоже, что здесь дополнительные статы, почему бы и не качнуть. То же самое и на фрае надо сделать, в принципе. Возможность есть 17. Сейчас попробуем подкачать немножко. 11, да, у нас получится, по идее, скилл. Надо 20к на 12, если не ошибаюсь. Ну, в принципе, нам этого должно тоже хватить. И заодно затестируем, что же у нас в итоге получится. Дальше докачать. Все, есть 26. А, хорошо. Поехали на лисицу. Когда 25 будет. Плюс-минус. Ну, тоже плюс один скилл, тоже немаловажно. Плюс вы дополнительно имеете еще статы на героя. Конечно, жалко, ремки нету. Это вот самое больное. Ладушек дофига, но ладушка это не то немножко. Ну, будем стараться вытащить здесь. Так, 24. Окей, поехали. Поехали. Раз, два, три. Три героя берем. Посмотрим, что у нас с этого получится. Мне кажется, сейчас будет просто тупо вторая эволюция. Сходу причем. У нас огник хорошо прокачанный. Хотя нет, смотрите. В принципе, относительно неплохо. Единственное, что у лисицы, говорю, она не сразу включается, она не сразу замораживает. Это, конечно, минус. Так бы намного быстрее даже проходили, мне кажется. Но против Ронина это реально будет спасать. Вот Ронин у нас есть, отлично. Вот они, вторые эволюции пошли. Сейчас посмотрим. Минус лисица. Все, у нас вся надежда на Фрею и на этого. То, о чем я говорил, что лис, по сути, без дефного варианта и без хорошего подхила будет сливаться. Вот у нас Фрея есть вражеская. Ну, в принципе, мы должны ее зашатать. Если там она, опять же, она без вальса. Даже если, в принципе, она будет с вальсом, мы ее ушатаем. Да, видите, минус лис. Сейчас мы его резнем сразу. Но вторые эволюции пошли. Уже на первом этаже. Я сейчас представляю, что у меня будет на третьем. Так, смотрим, что тут тоже вторая ава. Ну, в принципе, мы с ними справимся без проблем таким составом. Еще вариант будет поставить. Так, Бугич Фрея. Давайте сюда лучше нападем. На третьем уже потрешен поставить на него ПДшку. Вариант тоже, чтобы он отражал, как не сливался. Ну, надо прорыв качать. Без прорыва вторая эволюция маловато для запределья, честно. Первый этаж еще куда не шло, дальше будет, я думаю, уже сейчас. Ну, посмотрим. В любом случае, есть Фрей, это уже решает большинство проблем. Огник тоже круто смотрится, но иногда и надо больше дамага. Пойдем поверху. Ну, пока относительно нормально. Так, опять Фрея.
Но у меня фрейка заточена под урезание от хила, соответственно, вражеская фрейя там плюс лисица есть еще. Самое главное, чтобы фрейя в лисицу не била. И не убивала его. Так, отлично. Смотрим. Эволюции пошли. Ну, такое эволюция, это не беда пока что. Так, молчаночку нам закинули. Да, видите, надо сюда брать ворожея для подхила. И причем ворожей у вас должен включаться сразу же. То есть должна быть ремка обязательно, как вариант. Потому что лис проседает просто так. Ну, по чуть-чуть его ушатывают смотрители. И, соответственно, через 2-3 попытки его могут свободно ушатать. Так, дракон, поехали. Опять вторая эволюция. Видите, пока лис зарядится, он даже не включился еще. То есть тут однозначно надо пробовать вариант с ремками. Ну, я вам скажу, довольно-таки неплохо сейчас. Держимся, по крайней мере. Да, вот лис, вот сейчас лис зарядился и сразу же ему шатали. Печально. Смотрите, что делают герои с первой эволюции. Да ну нафиг! Землеройка, ребята, тащит. Ну, у меня есть куча этих. Будем резать сейчас. Но это, конечно, жесть. Толку от лисицы здесь. Вот, наконец-то включилась. Заморозила. То есть, видите, нужен ремочный вариант все-таки. Так, Ронька. Вот сейчас опять же мне нормально фрейя попала. Точность тащит. Так, поехали дальше. Третий этаж. Смотрим, что у нас. Пока эволюции нету. Так, у меня сейчас кофеек остынет. Нападу ради интереса. Интересно посмотреть, что у нас в итоге получится. И, ну, фрейя тут просто божественно. Фрейя плюс огник. Против Ронина у нас будет, по сути, против иллюзорности лисица, но лисицу, как видите, надо немножко докачать. Есть вариант просто ее снимать, потом ставить, если вот такой вот вариант Ронина у вас остается, вы его не можете убить, но здесь простой Ронин, без отхила. Так, все. Теперь я спокоен, можно даже... Не сильно париться, не сильно поднимать сейчас опять же силу, докачать спокойно осколки Мэри. И потом уже дальше начаться апом, ну, заняться апом силы. Пока не соберу, ну, параллельно будем собирать там некрос. О, огник, огник, некрос, вот оно. Смотрите, просто лис отлетел нафиг, как будто его не было. Ну, третий этаж, в принципе. Офигеть. Посмотрите, что они чудят. Ну все, тут вся надежда на фрейку, но ее, наверное, сейчас ушатают. А может и нет, если нормально сейчас зайдет. Не, все-таки ушатали, там тоже фрейя есть. Да, видите, начались все-таки проблемы, начались хорошие пачки. В принципе, относительно хорошие пачки. Надо еще подкачать ворожай. Смотрите, лисица просто отлетела сразу, моментально. Так, блин, это опасно, конечно. Блин, да ну нафиг. Просто писец. Жесть. Вот вам нету землеройки. Лучше брать, мне кажется, даже землеройку. Надо будет ему тоже сделать вторую эволюцию. И попробовать его здесь. Да, это, конечно, печально, досадно, если мы сейчас не затащим. Давайте попробуем другой вариант. Там нам сразу... Давайте попробуем вместо панчбокса. Поставим сюда Рудика. Блин, ну жестко сливают. Причем они без эволюции, ребят. Без эвы. Я в шоке. Надо, наверное, еще поставить этого. Ну, хотя пат на... Это нормально. Попробовать питомца на забор. Ой, отлично, фрейя с одного захода зашло. Зашло, ударило, а вот вражеская фрейя, не знаю. Сейчас будем смотреть. Но у меня фрейя, в принципе, с недомоганием. Видите, отхил
фактически практически всегда режется. Единственное, я Совника убрал. Вот такой вот вариант. Фрейки довольно-таки неплох. Плюс она у меня хилится, то есть ее фиг убьют. Ну, вражеская Фрейя нифига не убьет ее. Однозначно тут придется несколько заходов потратить, но зато мы затащим. Такс. Ну, неплохо. Я считаю, что для такой прокачки, для такой силы, это вариант очень оптимальный. Единственное, для лисицы, видите, надо ворожай, либо брать же землеройку. То есть надо, если вы поставите пачку, соответственно, у вас возрастет здесь количество, ну, сила противников. То есть эволюции будут, ну, будут, скорее всего, вторые. Я добавлю, попробую на следующий раз сделать на пятницу уже ворожая и землеройку сюда. Посмотреть, что у нас в итоге получится. Ну, такой вариант, в принципе, более чем достаточно мне, чтобы фармить. Понятно, видите, что есть, бывают моменты. Ну, их можно, конечно, обходить. Можно искать там других противников, смотреть. Я просто напал уже ради интереса. Но все-таки, в принципе, справились. То есть мы получили, потратили сколько? 2 попытки. А получим сейчас, если пройдем успешно, 3. То есть все равно идем в плюс. По ресам. Ну, плюс есть, надо не забывать, есть еще дополнительная реклама. Так, отлично, ушатали. Ну, тут Фрейя, посмотрите на думах. Раз, два, три, и все. Всех разобрали. Фрейя, конечно, тащит. Можно даже, думаю, одной Фрейи проходить без проблем. Так, вторые эволюции, но эти тоже нам не проблема, не беда. Вот видите, лист только вот включился, сразу же на отражалках, судя по всему, слился. Все, 3 этажа есть, отлично. Просто easy farm. Продолжаем. Я просто пару недель где-то провтыкал. Ну, тестировал и не добирал полностью. Теперь, в принципе, я без проблем смогу фармить осколки. Поэтому, я думаю, скоро у нас появится еще Мэри. Появится Мэри, тогда вообще проблем в этой локации должно быть, не быть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.